I enjoyed the fight and everything was good arranged. And you see ACB getting better and better, so it's a good organization. Люди приходят за нокаутами, люди не приходят за световыми эффектами. Тот, кто хочет световые эффекты и хорошую музыку, идут на дискотеку. I think it's one of the best Russian organizations, so I'm really proud and really happy to work with ACB. То есть, если ты вышел и не волнуешься совсем, на самом деле это плохо. Ты должен использовать свой страх, грубо говоря, там напугали, сильнее ударил еще даже. После таких вот поражений, как бы, надо очень много сил, чтобы опять вернуться, опять начать тренироваться. Это очень сильный промоушен, большое будущее. Зайти в Европу и быть стабильным – это очень хорошо. Это сделает нас сильнее.